Здрасте всем, дяди, тети, кто разбирает свои пилки. Видео для вас. 3 года назад менял коленвал, подшипники, сальники, все прокладки поменял, все поставил, позакручивал. Начала выделываться пила, то обороты высокие, то маленькие, не найдешь, невозможно отрегулировать карбюратор. Вот до недавно она работала, все нормально, а потом начала так выделываться, что невозможно было не пилить ничего. Здесь потек у меня масляный насос, соответственно, все в масле, все времени не было, чтобы сделать тот масляный насос, плюс приносят еще на ремонт пилки и всякую мелочевку. Времени не было. Видел я с этой стороны, вот открывал крышку, видел, что здесь мокро в масле, где эта пробочка. Здесь же рядом бачок. Думаю, протекло как-то. Сальники не могут накрыться так быстро. Потом услышал звук вот такой вот. Появляется какой-то звук в определенном месте. Решил разобрать. Разобрал, думаю, как раз и проверю и сальники, чтобы убедиться, что все нормально. Снимаю магнит. А здесь-то болт-то открученный полностью. Вот он выпадает. То есть вот этот болт. Да, когда 3 года назад ее собирал, такого понятия не было садить на резьбовой герметик. Только где-то слышал. Но раньше все делалось без него как-то. И я не заморачивался с этим делом. Так все позакручивал, поподтягивал. Закрутил, потом через часик поподтягивал все. Соответственно, начал работать. Работала она долго. 3 года проработала. Потом это видео там было. Поршневую меняли, потому что кольца полностью стерлись. Поменял поршневую. Начала выделываться. Поменял карбюратор. Все. Начало работать стабильно. Еще и менял и сам модуль зажигания. То есть все работало. И в один день все это перестало работать. Начались высокие обороты, глохнуть. Последний раз уже бензин перестало затягивать, подкачивать бензин. Я думал, с этой шлангочкой проблема. Но нет, она хорошая. И когда разобрал, то увидел вот это. Да ладно. А то, что посмотреть на картер. Вот он. Картер. Он просвечивается. То есть выдавило прокладку полностью. Поэтому вот такие вот бывают проблемы, что вроде сальники нормально, но теперь все буду раскалывать, все сальники опять буду менять. Вот такая вот проблема может быть. То есть когда появляются высокие обороты, перед этим пила, если работала, там пила или коса работали нормально, то высокие обороты или плавающие высокие обороты могут означать то, что где-то пропускает воздух. Когда-то это было дело с самим цилиндром. Но это ж уже посажено было на резьбовой герметик. А сейчас вот так вот вылезло. Там, где и не ждал. А еще одна неприятность. Это то, что видно, какой поцарапанный цилиндр. Он поцарапался полностью. То есть ногтем проводишь, и конкретно такие борозды. Оказывается, из-за того, что здесь так вырвало прокладку, рядом же идет бак под масло. И это масло отработка попадало в картер. Соответственно, с картера уже смешивалось с бензином и попадало в
камеру сгорания. Вот такая вот получилась бедося. Так что цилиндр на замену. Ну, поршень у меня новый есть. То есть под этот поршень подберу цилиндр. И все. Будет все как новое. Так что на этом видео я закончу. Может быть, какие-то мелочи потом отдельно буду снимать. А так, пока такая информация. Кому понравилось, поделитесь со своими друзьями. Все, до следующих видео.